Всем привет, меня зовут Ники Макалин, и сегодня я решила сделать подборку советов на тему о том, как познакомиться с парнем, и это я решила сделать для вас, так как многие из вас уже очень хорошо меня знают, и я могу дать советы уже, скажем так, с высоты своего опыта, так что я думаю, что мои советы кому-то да все-таки пригодятся. А перед тем, как мы начнем, нажимай на красную кнопочку внизу, чтобы подписаться, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда первыми смотреть мои видео. Итак, правило первое. Вы должны решить для себя, действительно ли вы хотите с кем-то познакомиться. Если все-таки вы решили, что быть этому, то не стоит вам сидеть дома за компьютером. Выходите на улицу, ходите, общайтесь с друзьями, на вечеринки. Тем более сейчас в преддверии Нового года есть много мест, куда можно будет сходить. Не отказывайтесь ни от одной возможности, чтобы выйти из дома. Это будет первым шагом к нашей цели. Правило второе. Вам нужно все-таки решиться на знакомство, потому что часто бывает, что если к вам подходит какой-то парень, а если это будет парень, который вам тоже понравился, то вы начинаете наверняка вести себя как дура, забываете там слова и вообще не знаете, как себя нужно вести. А потом наверняка вам становится стыдно, когда все это мероприятие заканчивается, и как такового нормального знакомства у вас не состоялось. Но в любом случае, даже если это произошло так, не расстраивайтесь. Правило номер три. Никогда не сомневайтесь в себе, потому что чем больше вы будете сомневаться, чем больше вы будете робеть при знакомстве, тем больше вы будете всегда его откладывать, а чем больше вы его будете откладывать, тем больше у вас будет страх неудачи. А поверьте мне, это никогда не приведет к чему-то, скажем так, новому, а тем более уж какому-то знакомству. Так что не нужно бояться, вы все-таки не экзамен сдаете, и вас потом за это никто не отругает. Правило четвертое. Обратите внимание парня на себя. И это нужно сделать не вульгарным нарядом, не каким-то ярким макияжем, и уж тем более не нужно выливать на себя целый флакон духов. Так что да, правило четвертое. Знайте во всем меру. Следующее правило заключается в том, чтобы как можно чаще находиться в поле зрения этого парня, с которым вы хотите познакомиться. При этом нужно быть очень ненавязчивой и не создавать какой-то маниакальный вид. Наоборот, нужно быть очень улыбчивой, дружелюбной. И, конечно же, когда эти советы уже услышаны, сразу возникает вопрос, а где познакомиться-то с парнем? Где его найти-то? Просто так, конечно, вы не найдете парня. Подумайте, куда вы чаще всего ходите или куда бы вы могли ходить, что вам интересно. Ну, а если же вы уже с кем-то познакомились, то вам нужно придерживаться нескольких правил, которые вас никогда не подведут. Вам нужно быть всегда искренне и никогда ничего не придумывать, потому что запомнить ложь намного труднее, чем вспомнить правду. Кстати говоря, это я только что придумала. Не знаю, может, я где-то слышала, но мне кажется, что это моя фраза. Вот, в общем, да, никогда не врите. Если вы один раз соврете, второй раз вам придется снова соврать. И когда это уже будет регулярно, вы потом уже сами запутаетесь во всей этой паутине лжи. Так что лучше не начинайте. И помните, девочки, что необходимо оставлять инициативу всегда за парнем. Просто будьте девушкой. Не нужно там все решать. Не надо быть решалой во всех вопросах. Вот что я хочу сказать. И обязательно проявляйте эмоции, там, когда парень, к примеру, шутит, реагируйте на его шутки. Вы же не фотомодель, и пришли вы тоже не на показ, поэтому нужно всегда выражать какие-то эмоции. Ну а если же моих советов вам было недостаточно, то хочу вам порекомендовать один очень прекрасный центр, называется он Secrets. Это центр семейного образования. Там проводят тренинги по психологии, отношениям, женскому здоровью, как найти парня, как ходить на свидание. Причем это есть как для мужчин, так и для женщин. Secrets находится прямо в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от Курского вокзала. Ну а если вы, к примеру, из другого города и не можете посетить этот тренинг прямо в самом центре, вы можете пройти онлайн-вебинар. Фишка в том, что при онлайн-вебинаре вы сможете задать вопрос в чате преподавателю, к примеру, если вам что-то вдруг стало непонятно или у вас возник какой-то другой свой вопрос. И также у них есть еще и видеотренинги. Но там вы, к сожалению, не можете задавать вопросы, то есть вы можете просто пересматривать неограниченное количество раз эти тренинги, но не сможете задать какой-либо вопрос, интересующий вас. Поэтому я, конечно, советовал бы живые тренинги, но если у кого-то нет такой возможности приехать, то всегда можно воспользоваться дистанционными возможностями. Самое главное, это то, что у них есть очень много бесплатных тренингов, один из которых я тоже посетила, он называется «Как познакомиться с мужчиной», и хочу сказать, что преподаватели там просто высший класс, это люди с образованием, это не дилетанты, это профессионалы в своем деле, психологи, так что их советы спокойно можно брать как за основу. Скажу как человек с опытом, я прошла этот тренинг для того, чтобы понимать, что вообще происходит в этом центре и могу ли я его вам рекомендовать. Я в этом убедилась и надеюсь, что мое видео вам помогло. Также все ссылки я оставлю внизу в описании этого видео. Обязательно заходите, кликайте. А в комментариях напишите, пожалуйста, какие-то свои советы, правила. Это обязательно должно помочь другим девушкам, которые будут открывать комментарии и читать их. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Всем пока!